мы всегда отмечаем тех людей, которые составляют гордость Тихвинского района. И я с удовольствием зачитаю благодарственным письмом главы Тихвинского района за большой вклад в деле воспитания подрастающего поколения в связи с успешным выступлением на втором всероссийском зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима», который состоялся 1 марта 2018 года, награждаются главный тренер местной общественной организации Федерации мини-футбола Тихвинского района Ленинградской области Беляков Сергей Александрович. Здесь, дорогие друзья, всем, ну, традиционно это наш герб. Герб Тихвинского района, который мы можем видеть здесь, екатерининский герб. Тираж лимитированный. Да, это абсолютно эксклюзивная вещь на самом деле. Спасибо вам. Спасибо. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Ну и также разрешите поздравить тренера Александров и Игорь Эдуардович. Перспективы молодого тренера. Очень. Еще до сих пор играет. Играет, да, сам? Так, за Кировы. За нас. Спасибо. Спасибо. Ну и сами участники, сами герои. Давайте я буду вызывать по очереди. Значит, Абани Никита. Спасибо, молодые люди, которыми действительно мы гордимся. Никита, молодец. Спасибо тебе большое. Держи. Ну, мы общую картографию сделали. Да, сделаем, да, да. А Воробьев Олег. Вот что. Олег, молодец, спасибо большое. Оставайся с нами. Гаджиев Руслан. Будем Михаил. Капитан команды. Да. Все как положено. Матвеев Дмитрий. Я специально подобрал, чтобы Тихвин видели все, даже сербы, чтобы побоялись сразу. Сатурин Дмитрий. Молодец. И Смирнов Максим. Однозначно. Это мы вами будем гордиться, понимаете? Давай, Вера Васильевна, середину спустилась. Я в соусе. Мы два слова скажем просто. Конечно. Игорь Эдуардович, будьте любезны. Я выражаю глубокую благодарность людям, которые нам помогали, особенно Сергею Викторовичу Демчакову. Большое спасибо. Еще раз говорю, я Антону Борисовичу, всем, Александру Владимировичу, Вера Васильевна, я что хочу сказать, пока вот мы есть, пока я еще могу двигаться и буду двигаться, я в честь города Тихвина, района, нас всех, мы не то, что не уродим, ну, будем грызть, но только в золоте должны быть. Поэтому, отработали. Спасибо вам большое, я еще раз говорю, мы постараемся сделать все, чтобы наш город гремел. Спасибо большое, Вера. Thank you.